Так, рассказываю. Сначала щебень, потом песок проложили палками для упругости. Ну, сколько-сколько. На глазок. Тесто туда, чтоб все взялось. Накрываем картоном, все, дорога как новенькая. А, асфальт? Нужно, считаешь? Не, ну тема спорненькая. А че асфальт? Все равно его менять в будущем по-любе. Так начальство нам говорит. Начальство, мэр, ну и т.д. Поэтому чиним из того, что есть, так сказать, по указу. Делали бы как себе, заасфальтировали бы на века. Сразу. Ямы, это ж наша история. Как там было? Дураки и дороги. Это типа мы как дураки налоги платим, а потом такие: а где дороги? Да грустно, конечно, но вариантов никаких. Ямы были, ямы есть и походу будут. А куда без них? Вообще ямы — лучший образ наших дней. Ямы как девиз: страна дорога, мы в ямах кричим верхом. Эй, вы хоть гляньте вниз. Ямы, ямочки, всех не залатать, не описать словами, чё тут говорить. Ямы, ямы. На дорогах ямы, 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 ямы. Под ногами ямы.